Можете представиться? Приятного аппетита. Спасибо. Младший лейтенант как? Коршунов. 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 Арбузы видели чей? Не знаете? Вообще. Не знаете, да? Ну все, отлично. Значит, мои. Арбузного поля нету здесь? Посмотри, покажи. Нету здесь, значит, наш. Поля нету. Смотри, какой хороший. Смотрите, какой. О! Смотрите. Вроде полиция говорит, что это не чей. Ну, значит... Значит, это находка наша. Мы два арбузика таких больших нашли. Что нашли? Два арбуза нашли такие. Вы не видели? Где? Он за стационарным постом, он за газели. Он за той газели. Вам напарник не говорил вон тут? Нет. Нет? Он говорит, вот мы там нашли его. И не ваш арбуз случайно? Он говорит, что это не его. Я вот хочу, может, видеть честный я сотрудник. Не пойдет. Вы недавно сменились, что ли, да, только? Здрасте. Слушаюсь. Будьте добры, на слова ничего. Управлять транслятором, визуальным снабжением правооружения. Я управлял? Я управлял транспортным средством? Инспектор. Что? Я управлял транспортным средством? Вам необходимо доказать факт управления? Конечно. Вы по отношению ко мне меры государственного принуждения было? С махом жезла был? Вы меня не останавливали? Я говорю, ну что же, 64... Переформулируйте вопрос. Не, ну вы меня останавливали? Другой инспектор вам показал. Мне показал? А вы в курсе, что мы фиксировали, когда подъезжали сюда? Мне никто не показывал. Что вы обманываете? Почему вы обманываете, инспектор? Ну мы остановили здесь водитель, я сел за водительское кресло. Что, нельзя? Я могу сейчас выпить бутылку пива и здесь сидеть отдыхать. То есть в заведенном автомобиле. Ну... Что не имеет? Не имею права заведенного автомобиля? Право. Вот, видите? Слушайте. Я слушаю вас, да. Вот. Да. Спасибо. Что спасибо? Спасибо, что слушаете. Ну вот, я, конечно, вас слушаю. Что? Перебиваете. Я вас не перебиваю. Я вас не перебиваю, я вас слушаю внимательно. Что? Цель вашего нахождения. Цель нахождения, мы подошли. Вообще, какая вам разница, какая цель? Ну реально, какая вам разница? Стоим мы и стоим. Друг вышел с водительского сиденья, пошел прогуляться в туалет, пописить, за девушкой пошел. Друг придет, я правильно понимаю? Конечно, придет, возможно, не придет, посмотрим. У нас времени полно, мы можем его дождаться просто, я не знаю. Мы ждем просто и все. Вот в этот дом он пошел. Да, вот он, свечку большую. Вот. Это Саратов-Сити, да, по-моему? Ну, я не владею такой. Не владеете, вот поэтому так, как-то так. Так что мы съедем спокойно, никого не трогаем. Остановились. Ну, я сел. Начали движение транспорта. Конечно, конечно. Хорошо, хорошо. Будем ожидать. 64-03-99. Пока не буду с вас заявление писать, потому что, ну, точнее, удостоверение у вас брать, чтобы заявление на вас писать. Обычно я спрашиваю удостоверение, когда заявление уже пишу. Поэтому пока не будем. 64-03-99, да? Все хорошо. Автомат, аккуратнее, смотрите, машину, застрелить машину новую. Машину сейчас мы поколошматите. Вы не волнуйтесь, не будет. Настоящий он хоть у вас? Не, серьезно. Естественно. То, что у вас там табельный, его там еще автомат дали. Естественно. Понятно. А это сотрудник ППС, так понимаю, да? Что, простите? Сотрудник патрульно-постовой службы, да? По поводу дальнейших комментариев пресс-службы ГУВД. Все, пресс-служба ГУВД, понятно все. Ну хорошо. Вопрос еще у вас есть, товарищ? Пока. Как имя отчество ваше? Пока нет. Имя отчество? Алексей Викторович. Алексей Викторович. Все? Все, счастливо. До свидания. Вот на КП я вот выхожу. И тут решил, так сказать, ну, в туалет сходить там. И обнаружил такую находку. Смотрите. Тут сотрудник патрульно-постовой службы стоит. Сейчас мы спросим. Здравствуйте. Можете представиться? Приятного аппетита. Спасибо. Младший лейтенант как? Коршунов. 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 Арбузы видели чей? Не знаете? Не знаете, да? Ну все, отлично. Значит, мои. Арбузики, ребят. Арбузики. Я так думаю, что это, возможно, инспекторам оставили. Сами понимаете. О, какие хорошие. О, вот видите, два арбуза. Ничего нет. И вот тут, смотрите, вот тут пустырь. Это за стационарным постом ГАИ. Два арбуза. Берем это. Заберем себе. Полицейский, можно у вас на минутку? А это не ваши арбузы лежат? А? Не понять, просто стояли за газелью, не ваши арбузы, не? Ясно. Ну да, не знаю, может вы это
Спрятали, может, купили, поставили, положили, нет? Я не покупал. А, ну все, спасибо, тогда ношу. Спасибо вам. Да, может, хотите один себе взять? Арбузного поля нету, смотри, покажи. Нету здесь, знаешь, наш. Поля нету. Ой, какой хороший, смотрите какой. О, смотрите. Сотрудник полиции говорит, что это ничей. Значит, это находка наша. Сотрудники полиции сказали, что это не его. Ни сотрудники госавтоинспекции, ни сотрудник патрульной постовой службы. Значит, на ту сторону. Можете представить, пожалуйста? Да, Егор Саратов, наш Тиан Хафизов. Хафизов, да? Да, что это? Имя отчество можно ваше? Хафизов, фамилия достаточно. Нет, полностью представиться должны, согласно статье 5, пункт 5. Хафизов Рамиль Рустямович. Рамиль Рустямович, да? Меня Иксанов Артур Радикович зовут. Вот, и у меня вопрос такой, вот, видели, да, мы, наверное, вам инспектор сказал, что мы два арбузика таких больших нашли. Что нашли? Два арбуза нашли такие. Вы не видели? Где? Он за стационарным постом, он за газели. Он за той газели. Вам напарник не говорил вон тут? Нет. Нет? Он говорит, вот мы там нашли его. И не ваш арбуз случайно? Он говорит, что это не его. Я вот хочу, может, видеть честный сотрудник. Вы недавно сменились, что ли, да, только? А то просто я мало ли чего, уже начинают подозрения на коррупционную составляющую, вы сами понимаете. Может, фура какая-нибудь ехала, ну, вы ее, естественно, не пустите через мост, а может, и пустили, неизвестно. Просто, я думаю, заявление писать, думаю, Следственный комитет уже по арбузам, это смешно будет. Ну, я хотел, как у вас, Рамиль Рустямович, узнать просто с другой стороны, как не того инспектора, а у вас поинтересоваться. Не знаете вы, на самом деле? Не знаю. Первый раз вообще эти арбузы видите, слышите, да? Блин, просто интересно. Артур Радикович, Иксанов Артур Радикович. Артур Радикович, отойдите от дороги, проезжая часть. Я не проезжая часть здесь, я на обочине ставлю. Так что вы никакого отношения к арбузам не имеете, правильно, Рамиль Рустямович? Совершенно верно. Все, хорошо. Ну, спасибо, что хоть ответили мне. Все, счастливо вам, до свидания. Удачной службы вам. До свидания. А, вот так, ребят, и Рамиль Рустямович Хафизов, инспектор ДПС, напарник, говорит, то, что это не его арбузы. И он тоже вообще не при делах, он ничего не знает, что за арбузы, как и так далее, и туда попали. Ну, не знаю, у нас подозрение совсем иное. А там не знаю. А вы также пишите в комментариях, как вы думаете, что вы считаете, арбузы это инспекторов ДПС или не этих инспекторов. Может, они там случайно попались и случайно выросли. Может, там кто-то косточку кинул или шкурку. И они там появились, да, спустя несколько лет. Хотя, на что вряд ли. Арбузного поля там нет, вы сами это все видели. Так что так. Вы подписывайтесь на канал, распространите максимально это видео. Кто не подписан, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и распространите максимально это видео. Мы погнали дальше. Всем пока.